Кстати, я еще хотел проверить, как в таком сете, как часто падают кости дракона с этих служителей. Такс. А ну-ка, пробьет картину или нет? Не, не пробило. Урон маленький вообще, пипец. Ого. Я просто наглеть уже стал. Картина восстановилась. Очень метко. Ты смотри, даже... Не с двух ударов я его убил. Теперь у нас тут... Вот эта хрень. Камень темной ночи. Урон офигеть какой маленький. Алди. Но, по-моему, он выпадал у меня. Не уверен, конечно, но вроде был. Ну да, был. Интересная броня. Из DLC, судя по всему. Не, это вообще бесполезно копьями молнии. Мантия служителя дракона. О! Такс тут побежал. Опять камень темной ночи. Мантия служителя дракона — это как раз то, чего мне не хватало. Вот она. Прикольно, прикольно. Вот этого все-таки выманить надо. Затыкал, блин. Ну нифига не падает. А ну-ка посмотрим.
чуть не успел дунуть. Так весьма эффективно, я скажу. О, оказывается, я забыл вот это кольцо поставить. Только сейчас его поставил. Грипп Элизабет, ага. Ну, короче, я уже немало их так перевалил. Все равно, даже в полном сете, повышающем шанс дропа, дроп костей с них крайне низкий. Поэтому нет никакого смысла на них фармить эти кости. Вот этого зря я, конечно... Не, с него камни сыпятся, это прикольно, конечно, но... Фарм с этих типов, оно усложняет. Сапоги? Не, тут... О, первая выпала. Ну, это слишком редко. Не знаю. Сомнительно на них фармить эти кости. Later. Итак, очередная броня. Зеркальная. Зеркальная, все. Сет зеркальный есть. Ну и остается только демона из плавильни. Сокольничью броню я там понабивал, блин. Да, все, что тут у него продается. Все есть, кроме сета демона из плавильни. Thanks for the purchase. Do come again. 7000. Ну что ж, эту серию мы завершаем. В следующей серии либо DLC будут, либо смотрим, может быть, еще что-то такое. Ну, максимум через одну серию, скорее всего, DLC я начну. Пока что не в замке Дранглик. Я не буду уголь сжигать ни у забытой грешницы.
хотя бы одно DLC пройду, а потом уже, возможно, это сделаю. Уже пора DLC, ух ты какой. Почти что Маглин, только в несколько раз толще. Ну что ж, всем спасибо, что смотрите. До встречи в следующей серии. Всем пока.